С 1 апреля по 15 июля 2017 года по всей нашей стране проходит весенний призыв молодого пополнения Вооруженные силы России. И для сланцевских парней настало время проходить медкомиссию и проверять годность к боевой подготовке. За этот период в Сланцевском районе призовут порядка 50 юношей в возрасте от 18 до 27 лет. Количество граждан общее, которые будут призваться Вооруженные силы весной 2017 года по России, это 152 тысячи человек. Значит, основные регионы отправки граждан — это Западный военный округ, рода войск — это космические, сухопутные войска, ВДВ, морской флот и так далее. Как обычно, ничего нового в этом нету. С декабря 2016 года произошло объединение Сланцевского военного комиссариата с Кингисеппским и Волосовским. И теперь здесь работает военно-учетная группа. Основные документы теперь будут оформляться в городе Кингисеппе, а призыв и отправка по-прежнему будет проводиться в призывном пункте города Сланцы. И все вопросы граждан по поводу там военного учета, призыва вооруженной силы, все, можно сюда обращаться также. Здесь у нас работают сотрудники, которые пояснят, расскажут, что нужно делать и как поступать в каких-то ситуациях. В этом году есть позитивное нововведение. В 24-й статье Федерального закона о воинской обязанности и военной службе внесены изменения. Теперь отсрочка от призыва на военную службу предоставляется студентам, получившим среднее профессиональное образование, независимо от их возраста, то есть на весь период обучения. Армию часто называют школой жизни, которая учит выживать в любых условиях. В основном на службу ратную сланцевские ребята идут с охотой, но есть и уклонисты. Их в Сланцевском районе числится более 200 человек. Необходимо отметить, что за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы статьей 328 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.